Всем здарова, с вами Медвин, вы на канале Мысля Геймиса, и сегодня в этом ролике мы будем проходить игру Rec Room. Это тоже у нас крипто-игра, которую мы будем сейчас играть, так что погнали. Первым делом нам нужно создать нашего персонажа. Сразу нужно выбрать мужской, потому что... Тут можно сразу мужской или тут только женское сейчас будет? Может, я не хочу быть... Во, вроде... Да, вот. Надо прическу, короче, выбрать. Так, какую же сделаем? Похоже более на меня или... Или просто красивого пацана? Панки. На баскетболиста здесь похож у нас. Так, какие еще прически есть? Есть... Ну, такая прическа у нас есть. Нет. Давайте вот выберем просто... Ну, лысым уж прям уж не будем. Возьмем... Вот ту, которую я выбирал. Вот эту, да? Да, пусть будет она. Так, дальше я выбираю этот цвет. Ну, давайте приблизительно вот такое вот. Лицо у нас какое будет? Форма лица. Давайте вот такое. Дальше глаза. Глаза пусть будут у нас вот такие. Дальше губы. Ну, вот такое возьмем. И тело. Вот такое. Более такое стройное. Дальше бороды. Я сам любитель всяких... усов и так далее. Ну, лично давайте возьмем вот такую широкую бороду. Ну, у меня, конечно, бороды нет, но ничего страшного. Так, костюмчики. Во, вот это прикольненько. Здесь у нас очень большой выбор костюмов. Это сразу видно. Я бы хотел... Какой же костюм можно выбрать? Вообще, я бы хотел... Ну, не спортивку взять, я больше люблю такие... Именно костюмы, именно пиджачки, рубашки... Рубашки. Вот такое вот я видел. Да, вот прикольно. Давайте черненькое такое возьмем ли? Да, черненькое такое. Дальше у нас... это типа... Rec Room. От них. Так, это у них... Повязка такая идет. Rec Room. А что если я, например, возьму вот такой футболку? А, будет видно, да? Вот, давайте поменяем на это. Это мы уберем. А по поводу галстуков возьмем такой, наверное, галстук. А что еще есть? Ну, давайте, да, галстук такой возьмем. Потом ремень у нас... Нет, не будет ремня. И все, да, пока что, да. По поводу кепок. Можно взять бандану, но бандана в таком стиле у нас не подходит. Кепка тоже. А, тогда будем... Или кепка подходит? Мне кажется, что... Да, давайте без кепки, наверное. Очки у нас... Вот такие зелененькие возьмем, как раз подходит. Серьги не надо нам. Это что? Это типа эти... На руки штучки. Ну... Не, брать не будем. Или это что это вообще? Это просто повязки такие? Да, я думаю, нам не нужно. Так что идем дальше. Так, выбираем дату рождения. Ну, пусть будет так. И поставим сразу... Пусть будет такой, чтобы мало ли там вдруг какие-нибудь есть ограничения. Так, сразу выбираем, получается, наш ник. Это будет мистер Rhythm Bro также. Как у меня везде. А паспорт. Так. Сейчас английский стоял. Быстренько введу свой пароль. Готово. Подтверждаем. И... Оп. Вот так. Все. Готово. Создали аккаунт. Все очень простенько, кстати, по поводу аккаунта. Максимум это я на сайте подключал, получается, аккаунт через... почту, то есть я подключал свою почту, и все, и в игре только ник, и сразу заходите в игру. Очень все просто.
Так, можно на стоп нажать, нет? Welcome to Rec Room. For your first day, we have a quick orientation to show you what Rec Room is all about and give you a chance to get the hang of the controls. Так, сейчас, короче, будем проходить обучение. Так, это у нас ходить. Блин, вот что я вам скажу, очень красиво сделано. Все очень круто, качественно, прям. Мне очень нравится. Так, смотрите, то есть мышку нажимаю здесь, это левая рука, это правая рука, понял? Также можно сделать... Ого. А, офигеть, ребят, в эту игру, кстати, можно играть в VR, вы можете подключить свои очки виртуальной реальности и играть через VR. Вот, но также я нажимаю на мышку, могу высунуть руку, могу сделать на Q, просто высунуть вот так вот и махать сам. Вот, то есть, например, вот я машу, привет, могу его высунуть и еще что-то сделать. Могу сделать вот так, так и драться, например. Могу две руки сразу высунуть и сделать еще... кулак, и, например, дыш-дыш-дыш-дыш. Потом тут еще у нас есть такие штучки. Просто ладошки и лайки. Вот. Прикольно очень, мне нравится. Проходим дальше. О, прикольно. Лайк. Так, здесь у нас получается welcome, то есть добро пожаловать, Rec Room. Посидеть ничего такого нельзя. Вот когда мы ходим, у нас тоже руки двигаются. Блин, реально классно. Ну давайте тогда зайдем внутрь. Так, потом у нас настройки. Давайте включим максималку. Мьюзик мы оставим как есть. Так, F открыть. А, F войти, все понял. Заходим. Так, тут у нас какой-то ресепшн. Тут можно вот подойти. Взять и скушать, либо X выкинуть. Давайте скушаем. Как... Ой, F. Раз, два, три, скушали. Ну, эти еще немножечко. Оп, оп, оп. Благодарю. Спасибо. Так, также есть водичку, можно запить. Вот так мы водичку пьем. Тоже спасибо. Вон уже люди, что ли? Да, вот там уже люди сидят. Я могу вот так вот, вот. О, смотрите, машет, машет, машет. Давайте тоже. Три. Или как там? Ну, в общем, привет. Там уже люди стоят, общаются. Нифига себе. Так, это трогать нельзя. Блин, очень классная игра, мне прям нравится. Это я. Здорово, ребят. Привет. Эй, эй, гайз. Прикольно, прикольно, мне реально нравится. Давайте на Е выберем, да, вот лайк заранее, чтобы. А это так, типа, привет. Хоп, хоп. А что у меня, расстройство какое-то? Так, не надо расстраиваться. Мы веселые. Тут у нас карта, где что находится. Ну и погнали дальше. На Shift, кстати, есть ускорение. Что мне нравится, то что можно передвигаться намного быстрее. Так. А, тут даже можно играть в баскетбол. Здорово, ребят. Привет. Привет, привет. Оп, оп, побежала. Хорошо играете, парни. Так, тут у нас, короче, баскетбольный клуб есть. Блин, вообще четко нравится. Пинбол. Тут есть пинбол. Блин, я вот все время, вот, допустим, в реальной жизни, когда хочется поиграть в пинбол, там нужно платить денег, а ты скачал игру, просто играешь в пинбол. Вообще классно, реально, за это вот им так лайк накинул. Давай, давай, тащи там его, тащи. Блин, классно. Тут вот есть, получается, снаряжение, которое тут есть. Щит, оружие. Блин, прикольно, прикольно. Я точно, я во все это буду играть, все. От и до это должен буду пройти. Я хочу сыграть во все режимы, блин, классно. И вот прикиньте, мы сможем все игроки, когда... Ну, чем больше игроков здесь будет, намного веселее будет. Чё это? А, все, а, нет, войти. То есть, постепенно, когда метаверс будет развиваться и заходить все больше, больше и больше игроков, будет намного интереснее.
Мы даже, наверное, будем больше на питбол ходить не в реальной жизни, а здесь. Блин, классно, реально. Нельзя? Нет. О, это что? А, это вышибало. Давайте повышибаем. Оба. Хорошо. Хорошо. И вот того дальнего давай. Перебежечка. Вот так перебегаем, перебегаем. Оп. Попал. Также можно взять, например, вот этот баскетбольный мячик. Ну, вообще, он не баскетбольный. И попробовать закинуть. Ой, не туда. А это что такое? Тоже можно, да? Фу. А, нет. Это, наверное, просто можно кинуть. И... Оп. А, она и обратно летит, да? Так, оп, поймал. Например, еще раз кидаем. Так, хоп. Ну и она обратно летит. Дальше. А, на пробел прыгаем. Что это? О, стрельба из лука. Давайте, давайте. Это у нас прицелиться. Натянуть стрелу и пам. Попали. Пам. Есть. Давайте еще один хедшот такой. Хоп. Готово. Можно в такие пострелять. Оп. Прям в яблочко надо попасть. О, прям ровно. Прям ровно в яблочко попал. Прикольно, слушайте, мне нравится. Можно также с места вот так. Прикиньте, вот так играете. Хоп-хоп. Оба. Оба. Там еще вот такую штучку сбили. Не, круто-круто. Бутылочку можно сбить. Хоп. Сбили. Дальше. Проходим. Еще поднимаемся. Еще поднимаемся. Можно, можно так, нет? Попасть в шарик. Нет. Все, сбрасываем тогда, это нам уже не надо. Спрыгиваем, оп. И идем дальше. Здесь у нас занимаются фитнесом. Так, а музыку надо чуть-чуть убавить как-то. Ну ладно, я в принципе убавил. Здорово! Короче, фитнесом тут занимаются. Идем дальше. Блин, классно, реально. Очень круто. Тут что у нас, чем занимаются? Краски. А, то есть, занимаются искусством. Тут можно еще создавать самому все. Строить, вот сказали. Короче, здесь есть еще режим креатив. Вы здесь можете создавать, рисовать. Короче, связано с... это походу те люди, которые закончили школу рисования, так скажем, да? Походу, да. И вот тут даже фотки есть. Вот их одежда. Круто, прикольно. За это тоже лайк. А, вот тут тоже креатив создают люди. А здесь все вместе вот показывается. Офигеть, давайте поочередно, смотрите, можно гулять по городу. Сейчас она так говорит. Working together and building awesome stuff with the maker pen. Тут можно заниматься скалолазанием, можно плавать на лодках, можно там вселенные всякие, тусовки, лагерь. Что тут еще? Рыбалка, дом ужасов, дуэли один на один, мечи вот тут всякие есть. Я думаю, это все можно будет получать. Самурайские мечи, самурайские сеты. Картины всякие, вот тоже NFT, которые тоже можно приобрести тут. Вот такая штучка, нифига себе. Всякие пушки есть. Домик какой-то тоже. Вот тоже всякие. Try custom. О, я одел? Смотрите, на мне вот такие вот шмотки прикольные. Блин, классно, реально. Это можно еще вот так, да? Оба. Не, реально прикольно.
Тут можно, если для женщин вот такое платье, допустим, надеть. Такой еще костюм есть. Но мне больше вот этот понравился. Во, прям прикольный. Тоже лайк за это. А это что? Снять все, да? Давайте вот такой оденем. Во, в этом походим. Опа, это что? Не, слишком большой. Переодеваем. Жалко, вот то нельзя одеть. Я... Мне нравится самурай, я бы одел тут костюм самурая. Ну ладно, погнали. And that's the end of orientation. You're just about ready to start exploring those millions of player-made rooms. But before you go, we have a special gift to help you find your way. Что-то нужно открыть. Открыли. Оп. Your very own rec room. Your very own rec room. Часы. Ого, часы нам дали какие-то. Think of your watch as a magic portal to all things rec room. Now, every room ever created is at your fingertips. So what are you waiting for? Let's go check one out. Смотрите, у меня справа наверху мой аватар. О, раз, раз. А, я еще говорю. Так, а где здесь зеркало? Тут можно строить мимику лица. Например, я сейчас радостный. Мне нравится. Вот. Просто давайте радостный. Давайте, а нет, ладно. Когда будет этот, как его, зеркало, я вам покажу. Ну вот, вы, наверное, видите, когда я говорю, у меня сразу мой персонаж, короче, разговаривает. А если я крикну, то будет... Да, короче, если я кричу, там тоже вот определяется, когда я спокойно разговариваю, вот, спокойно. Когда я кричу, вот это вот все... Прикольно сделали, прикольно. Блин, продуманная тема, реально. Вот в это играть прям каждый день можно, серьезно. Когда ты еще играешь, ты получаешь всякие NFT. Круто, круто. Welcome to your very own dorm room. Pretty nice, huh? You can change your look. Моя комната. Decorate with your makeup pen, or even invite your friends over. Ой. Я закинул этот дротик в... Да, да, хоть куда можно, да? Оп. Так, а тут их не соцсети есть. Тут что-то еще. Арбалет какой-то. Вот я, кстати, смотрите, вот. Раз, два, три. Оп-оп-оп. Всем привет. Сегодня будет распаковочка. А нет, обзорчик моей новой комнаты. И не забудьте поставить лайк под этим... А где лайк? Ну-ка лайк давай. И не забудьте поставить лайк под этим видео. И, допустим, там. Всем удачи, всем пока! Ну, прикольно, мне нравится. Звуки тоже прям как настоящие. А вот, может, давайте подеремся. Можно один выбрать. Тут тоже один. И смотрите. Оба, оба. Двоечка, давай. Вот так, сейчас. Оба. Ой, а. И бам, все. Прикольно. Поднимаемся по лесенке. Тут можно рисовать. Давайте порисуем. Вот. Оп, 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 оп. Черточка. Я все время так делал, вот когда... Это был. Черточку ставил. Тут реально можно все что угодно рисовать. Прикольно. А, у меня еще есть что-то на М. Что это? О. А, вот, собственно говоря, и креатив. Например, вы можете что-то создавать в этой комнате. Например, сюда блок поставим. Так, сделаем. Оп. Стенку можно сделать сразу. Нифига себе, можно передвигать это. Столько-то градусов на столько-то. Четыре, что это? Фотоаппарат? Ну-ка. Оп, селфи. Сейф фото, можно сохранить себе его. Ну,
Давайте вот я как раз фото себе сделаю. Все. Вот. И сохраню его. Все, готово. А, это у меня в моем профиле могут еще люди лайки поставить. Нифига. Круто, круто. Тут соцсети даже, получается, свои есть. Внутренние соцсети. Так, я хочу вернуть все обратно. Как сделать? Убрать, наверное, 4. Вот, да. Ну, я понял. Так, что дальше? А, это и есть моя комната. Я здесь, походу, и выбираю. Куда я сейчас пойду, да? Так, а если... Нет. Так, а, например, вот я... А, вот, все, игры пошли, да? То есть тут лайки ставят всякие. Мини-игры. Что у нас тут? Rec Room Original. То есть от Rec Room игры есть. Можно свои игры создавать. Я бы очень хотел сыграть в пинбол. Вот реально. Давайте напишем. Пин... Пинбол. Ну-ка, а что вообще здесь есть? Давайте посмотрим. За страшилки всякие не будем. Надо что-то такое, где реально можно с людьми пообщаться, там поразговаривать. ПВП что-то тут есть. Так, ну это давайте вернемся и самый популярный посмотрим. Например, давайте сюда. Сходим, посмотрим. Блин, реально классно. Реально очень круто, круто, круто. Это вроде 4 игрока, но это не точно. Опа. Ready to start. Так, если нажму старт, то я готов, да? Hello? Hello, guys. Ну, они меня как бы слышат. Не отвечают. Ты русский, нет? Русский? Вот с русским бы пообщаться. Я ему могу? Я ему стрелу выпустил. Опа. Опа, прикольно, короче, мне нравится. Так, это старт. Давайте еще посмотрим что-нибудь. Ага, если я заработаю очки, я смогу купить какой-то предмет, да? Ага. Понял. Будем зарабатывать. А, например, я в этот режим играю. Game start через 10 секунд. Ага, игра начнется через 10 секунд. Окей, ждем. Оба. Все, начинается. Короче, надо зарабатывать очки. У меня есть своя команда, вот она. Я беру, получается... Ой. Это я уберу. Щит забрали. Я могу у кого-то забрать? Нет? Стой, стой, я не готов. Мне нужно что-то еще. Ладно. Так, а как драться? Ага, ой, понял, понял. Погнали, погнали. Опа, погнали, фигачим их. Так, дальше, дальше. Вот это нельзя, да? Мы, короче, рыцари, мы должны исследовать все. Опа. Давайте, пацаны, побежали. Фигачим. Оп-оп. Всякие... Это нельзя. Давай, давай, мочи, 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 мочи. О, нет. Надо аккуратно играть с ними. Да что такое? А, я понял. Надо, короче, блок ставить и атаку потом. Так, вот это мы... Оп, забираем. Монеты. Да, я готов, погнали. Следующее. Акт второй. Ух ты. Оп, попался. Давай, давай, давай.
Готово. Забираем еще вот это. Где-то вот здесь. Вот он. Добил. Кто-то фаербол кидает. Оп, подождите. Можно даже двумя мечами драться. Стоп, я хочу забрать все монет, которые здесь есть. Столько монет, видите? А это никто не забирает. Я заберу. Так, побежали дальше. О! А, воскресить, да? Готово. Погнали, погнали. Go, go, go. Come here. У тебя лук? Drop me... Drop, please. No. Thank you. О! Давай. Так, бегу, бегу, бегу за луком, бегу, бегу. Сейчас справлюсь. Подождите. Готово, восстановил. Оп, давай, давай, атакуй его. Минус. Да что такое? Гоу, 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 гоу. Помогай, помогай. Давай, бро. Проиграли мы, короче. Ну, прикольно, я понял суть игры. Так, я что-то получил, да? Что это? А, это... За какие деньги-то? Угу, ладно. Какой-то кейс, открываем. Мне дали бутылку. Бэкпак. Тап. Ну-ка, давайте... Есть мои... Вот, бэкпак... А, вот, это я уже получил, получается, вещи. Скинс, какие-то скины, фуд. А, это выпить можно, пиво здесь есть. Понял. Также в друзья можно добавлять. Кого-то добавлять. Я думаю, лучше с лука будем играть, потому что с лука проще. Тут что у нас? Все, игра начинается. Я понял. То есть играет 4 человека. Ну или, да, 4, вот. Я хочу лук. Лук, 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 лук. Ага, все, я готов. Играет, короче, 4 человека, и мы должны все выжить в этих режимах, в этих актах. Фьюзи, фьюзи, гоу. Фьюзи. Фьюзи. Фази. Или как тебе? Если на него, кстати, тап нажать... Да что такое? Тап у него удерживать. Можешь добавить друзья. Добавить его в партии. Здорово. Русский, русский. Русский, нет? Есть русские? Нельзя так делать, нельзя. Давайте ему так покажем. Да стой, где он? Ну так, оп, ты, нет. Что такое? Friendly fire hit you. У нас, походу, чел вышел. Бро, камон, камон, go, go game. Ну, давай, погнали. Опа. 50. О, так вот же. Тут монеты были. Давай. А, своих нельзя. Все, понял. Камон, бро, камон. Да что такое? Где все люди? Все вышли. Вдвоем можем? Давай, идем. Давай, пошли.
Вот я сам в зеркале, кстати, могу сесть вот так и посидеть. Оп, оп. Ей. Да можно вот так, типа, 2 клока вверх поднимать. Блин, много всего. Прикольно. Что происходит? Я не пойму. Когда игра начнется уже? А вот, все, можем? Он вроде вышел. А, нет, его завалили. Так, ладно. Я хочу выйти. Давайте в другую игру, ладно, сыграем. Например, что же можно сыграть? Ну вот, что-то такое прям... страшное. Давайте зайдем туда. Посмотрим, что за игра такая. Так, ну это тогда будет в другом ролике, ребят. Спасибо большое всем за просмотр. Ждите вторую часть. Блин, игра реально очень классная. Так что всем удачи, всем пока.